Итак, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Слава. Хотите снять более четкое и плавное видео? Вы одни и рядом никого нету? Вместить на фото большую компанию? Увеличить угол обзора? Захватить эффектный пейзаж на заднем плане в путешествии, в горах, на море? Вам поможет селфи-палка или монопод. Устройство, позволяющее сделать свою фотографию с расстояния большей длины вытянутой руки. Вот я распаковываю. Такая у нас коробочка. Здесь лежит такой вот в целлофанке сама трубка. Есть зарядка микро-USB и чехольчик. Важно, чтобы селфи-палка была рассчитана на вес конкретной камеры или телефона. Иначе вы рискуете погнуть или поломать монопод. Металлические палки, как в данном случае, способны выдержать более серьезные нагрузки. Не гнутся со временем смартфона или камеры под их весом. Итак, строение разберем. Это трубка. В собранном виде измеряем вот 20 сантиметров. Крепление для любого телефона подходит. Открываем вот вверх сверху. Крепление подходит для любого вида телефона. Несколько выдвижных секций. Когда мы будем раздвигать, они составят длиной 70 сантиметров. Опускаемся вниз. Под магнитной крышкой находим вот такие вот ножки, которые надо приловчиться и очень хорошо вынимать. Такие вот ножки телескопические. Маленькие выдвигаются еще больше. Кнопка для съемки, которая крепится на трубке. Вот так вот вынимаем ее. Микро-USB, которая подключается через блок питания. Я вам уже его показывал. Вот оно. Ну и соответственно чехольчик, в котором все это можно переносить. Запустить камеру на моноподе можно тремя способами. С помощью таймера, включить на смартфоне таймер. С помощью провода со штекером, который вставляется в разъем 3,5 мм смартфона. С помощью технологии Bluetooth, как в данный момент. В беспроводных моноподах используется встроенный аккумулятор. По необходимости нужно заряжать батарею. Для зарядки монопода вынимаем батарею отсюда, подсоединяем к микро-USB, вот, дальше к блочку и заряжаем. Мигает, засвечивается индикатор и показывает о том, что батарея начинает заряжаться. Батареи хватает надолго. Поэтому ее заряжать часто не нужно. Зарядили батарею и поставили на место. Подключение к смартфону через соединение Bluetooth через Android. Сначала нажимаем на кнопку «Пуск» на селфи-палке. Вот она светится зеленым цветом. Потом она начинает мигать, значит, ищет смартфон. Находим настройки в телефоне, нажимаем на Bluetooth, включаем Bluetooth, ищем доступное устройство. Вот видите, уже засветилось BASEUS, то, что написано на самой селфи-палке. Нажимаем на BASEUS, видим, написано подключение, то есть подключаемся.
Все, можно принять. Ну и все. Написано Базеус. Подключено. Итак, я нажимаю на кнопку. Видите, появился на телефоне снимок. Нажимаю сюда, снимок есть. Также снимаем кнопкой на расстоянии со штатива. Есть щелчок, все снято. А вы подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки, впереди еще много интересного.